Сегодня нам предстоит прокачать SCP в GTA 5, но перед этим давай проверим, насколько прокачанный ты. Если успеешь поставить лайк под этим роликом за 3 секунды, то твой уровень 999+. Ну что ж, поехали! Привет-привет всем, друзья, с вами, как всегда, я, Гост. Задумывались ли вы когда-нибудь, что произойдет, если прокачать объекты SCP и монстров Тревора Хендерсона до экстра уровня? Знакомьтесь, это Нурпа, и у него первый уровень. И нам нужно будет с вами выполнять различные задания для того, чтобы прокачать его до настоящего опасного монстра. Конечно же, мы с вами также отправимся на задание по получению экстра уровня, который позволит нам открыть секретный скин, а также секретные способности для нашего персонажа. Кстати, ребята, место это крайне сегодня необычное. Посмотрите прямо сейчас на ваших экранах фотография, ребята. И по всей видимости, это лаборатория. Именно там и находится нечто особенное, что нам нужно отыскать для того, чтобы открыть экстра способности, экстра скин и экстра уровень. Ну что ж, друзья, в общем-то, давайте будем с вами уже выдвигаться. Я думаю, что сегодня получится очень интересный ролик, потому что мы еще ни разу не прокачивали SCP-объекты, друзья. Поэтому давайте начнем уже, в принципе, нашу охоту. А нет, погодите, походу, Нурпа хочет вам кое-что сказать. Привет, призраки. Очень рад, что вы собрались здесь, чтобы прокачать меня. Но погодите, кажется, я чувствую, что кто-то из вас до сих пор не поставил лайк. Лучше не злите меня, ведь я скоро стану очень опасным. Прямо сейчас ставьте лайк под этим роликом, и только в этом случае мы станем друзьями, а также вы будете друзьями с другими монстрами Тревора Хендерсона и SCP. Ну и конечно же, не забывайте подписываться на канал, и само собой жмите на колокольчик, чтобы смотреть все ролики самым-самым первым. Ну что ж, давайте отправляться, а то я уже проголодался. Ребят, я бы на вашем месте, конечно же, сделал все, о чем попросил Нурпа, потому что в конце он станет действительно опасным монстром, ребята, и лучше с ним, конечно же, дружить. Ну что ж, я уже сильно проголодался, у меня даже начинает отниматься ХП, нифига себе. А в общем-то, как вы уже поняли, у нашего Нурпа с первого уровня есть способности. Это способности нашего любимого героя Венома. В общем-то, давайте сразу же перекусим, быстренько вот так вот челика захаваем для того, чтобы насытиться, потому что голода у нас капец. Как много, вы просто гляньте на это, ребят. Мы только сейчас, благодаря двум людям, мы его даже не восполнили. Офигеть, так, давай эту тоже заберем, скушаем. Ну, будем просто вот так вот с вами уходить куда-нибудь, откармливаться. Потому что Нурпа, такой, знаете, слабенький персонаж все-таки. Нужно лучше пока что аккуратно отыгрывать и попросту кушать вот так вот людишек по одному. Блин, кого бы еще съесть? Давайте отбежим. Так, люди остались еще здесь где-нибудь неподалеку. Офигеть, вроде все разбежались. А, кстати, ребята, вообще напишите в комментариях, кто ваш любимый монстр или объект SCP. Вот прямо сейчас. У меня, наверное, это Siren Head и Скромник. Я просто обожаю этих двух персонажей, они офигенные. Так вот, кто у вас любимый, напишите в комментах обязательно, друзья. И за кого бы вы хотели, чтобы я поиграл в следующем ролике, тоже пишите обязательно, ребята, чтобы я снимал то, что, конечно же, вам нравится. Блин, я же все-таки отыгрываю монстра, ребята. Настоящего монстра. Он бы наверняка скушал кошку, как думаете? Блин, ладно, ребята, я не буду. Мы с вами как прокачивали Мегалодона, помните? А вы написали в комментариях, почему я съел... А, кстати, за мной копы, нифига. Почему я съел там бедного дельфинчика, ребята? Я так полагаю, что такие вот животные вам очень нравятся, да? То есть их лучше не кушать. Хотя на самом деле, я думаю, что SCP-шник обязательно бы кого-нибудь захавал вот такого из животных, потому что... Ну, тем более, если он слабый и голодный, как бы. Вы сами понимаете, ребята, это очень опасный монстр, с ними лучше не связываться. А, кстати, напишите в комментариях, вообще, какие способности у Нурпа в реальной жизни, то есть, какими способками он обладает. В GTA 5 вот эта способность Венома, как вы видите. Очень прикольно, на самом деле, сделано. А зачем я их бью? Мне же надо их кушать, кушать больше еды. Давай, давай, кушай, Нурпа. Просто съедаю моновцев вот так, один за другим. Один за другим. Полетели офигенно просто. Их просто дофига. Вы посмотрите, они еще ОМОН высадили. Ладненько. Мы с вами сейчас делаем способку. Я хочу просто, чтобы они тут разлетелись все. Так, братан,
Ай! Я его опять съел! Капец. Ладненько. А можно вот эту? Вот, хорошо. Давай еще разочек, отлично. Мы их просто сейчас вот так вот всех пооткидываем, потому что их что-то много на самом деле скопилось. Они запросто меня же одолеть могут. Я слабенький еще достаточно. Блин, я почти всех раскидал. Да слушай, нет, он не слабенький. До первого уровня, ребята, это очень круто. Это очень сильно. Что там будет на следующем уровне или на экстра уровне, я даже не знаю. Просто потому что уже это какая-то нереальная дичь. Там он еще кто-то к нам хочет подойти. Сейчас быстренько проучим их. Первый. Тачку взорвем. Вот так, отличненько. Эту тоже, чтобы все тачки рядом взорвались. Хорошо. И начнем дальше откармливаться, потому что я уже на самом деле так нормально апнулся. Лучше бы отбежать не куда-нибудь подальше. Вот сюда, давай просто с челиком. Его похитил Нурпа, блин! Как это выглядит круто. Уносим его куда-нибудь. Давай в укромное местечко сейчас. О, я знаю, я знаю, я знаю. Блин, этот чувак сейчас очень испугается. Вон туда давай. Все, ребята. Давайте его скушаем. Вот так прямо. На счет три. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре. Кусь. Все, четыре куся, и больше челика нет. Мы с вами, кстати, ребята, апнули, все, до следующего уровня, мы можем спокойно посмотреть, что нас там ждет дальше. Мне очень интересно, ребята, это увидеть, поэтому давайте прямо сейчас, вот тут вот под мостом, мы с вами сделаем это. На счет три. Раз, два, три, поехали! И здесь у нас... Да ну нафиг! Это же SCP-173! Ребята... SCP-скульптура, ну или статуя, кому как удобно. Мы сейчас играем за нее, только у нас почему-то... Ух ты, нифига, какая ловкость. Я только что хотел сказать, что у нас пропали способности. Но нет, нифига. По сути, давайте подумаем логически. Такой SCP-шник уничтожает врагов, я не знаю, своим взглядом, наверное. Ну даже до сих пор неизвестно, как это происходит, насколько я знаю. То есть, если ты там смотришь или отворачиваешься, то тебе кранты. Вот ты посмотрел, отвернулся, все, кранты. Наверняка как-то своим взглядом, что ли, она убивает людей. Просто капец, на самом деле это очень жутко. Мы с вами сейчас стали как-то очень странно прыгать с альтухой какой-то, то есть способки у нас есть. Давайте попробуем использовать наш взгляд, может быть. Нифига себе! Это чё, блин, это лазер! Ребята, прямо из глаз, вы посмотрите! Вон все, кто от нас бегут, мы их просто, ребят, с вами разрезаем, тачки взрываем. Капец, это круто! Мы сейчас этими способками, получается, с вами можем отправляться на прокачку экстра уровня. Кстати, мы с вами 500-й апнули сразу же! Я только сейчас понял, что это 500-й, ребят. Блин, это 100% экстра уровень нужен, ребят. Я хочу посмотреть, что там спрятано в экстра уровне. Просто вот так вот, ребята, ходим, уничтожаем всех, как настоящий SCP-шник, блин, не подпускаем копов к себе, как запросто их уничтожать, на самом деле. Посмотрите, тачка даже не может подъехать. Офигеть, все, ребята, отправляемся в лабораторию, потому что именно она была отмечена на фотографии, указанном в экстра месте. Я думаю, что там у нас будет что-то интересное. Все-таки это такое место, знаете, очень необычное. Поэтому давайте будем отправляться туда. Вернулись туда, откуда и начинали свой путь. SCP-статуя же сбежала из лаборатории, ребята. Но сейчас нам придется запрыгнуть обратно на территорию лабы. Вот так, отличненько. Аккуратно проходим с вами внутрь. Я уже вижу военные, вон там у нас стоят на входе. То есть здесь что-то сейчас находится очень серьезное. Возможно, что-то опасное для людей и что-то очень полезное для нашей статуи. Потому что благодаря этому мы можем апнуть экстра уровень. Так, вход в лабораторию находится с той стороны, поэтому давайте проберемся быстренько туда и все хорошенько зачистим. Я, кстати, тут проводил недавно опрос у себя в сообществе касательно качества вообще видео на канале, и там проголосовало огромное количество людей за то, чтобы я улучшил качество звука и видео на роликах. Вот, я хотел бы вас спросить, что вы имели в виду, ребята? Что конкретно нужно улучшить? Я, вот запомните, я стараюсь себя, ребята, для вас, и хочу, чтобы вы смотрели самые лучшие ролики. Вот действительно, чтобы все было идеально, поэтому не ленись, пиши в комментариях, что ты хочешь, чтобы я улучшил на канале, из качества и звука, вот что действительно нужно именно. То есть тебе не нравится либо звук, например, да, как он звучит, или тебе не нравится картинка, там, графика в игре, или просто качество ролика, хочешь 2К, я не знаю. Ну, просто предположим, да, вот пиши в комментах обязательно. А военные на входе, мы через них уже никак не пройдем, поэтому давайте будем их просто уничтожать. Готов. Так. Все, нифига тут вояк! Так, давай вниз! Еще один снайпер! Убиваем! Нет! Статуя, не падай! Капец, какая она неуклюжая! Все, начинаем всех просто убивать. Блин, жесть, ребята! Всех просто режем этим лазером! Блин, капец! Вон еще челик бежит, получи нафиг.
Офигеть! Еще выходят и слабые чуваки. Сейчас с ними разберемся. Ловите, блин, вот так. Что за дичь вообще происходит? Мы с вами запросто уничтожаем всех. Я думаю, что если вот такие объекты SCP, конечно же, вырываются из лаборатории, то все, просто ГГ всему живому. Ну вы представьте, в нашем мире бы вот хотя бы один такой SCP-объект действительно существовал и просто бы вышел из лабы даже на пару минут. Что бы он вообще успел натворить в этом мире? Мне кажется, он бы просто уничтожил вообще все живое на своем пути. Ну вот даже та же самая статуя. Она же как-то перемещается странно, просто телепортируется как будто. Интересно, а сквозь стекла могу бить? Давай попробуем. Нет, сквозь стекла не получается. Бронированные стекла, блин, жесткие такие. На, лови! Блин, все, мы сейчас заберем все, что здесь есть в этой лабе. Все научные разработки. Сломаем все, что тут находится, я не знаю. Самое ценное достанется нам, конечно же. Но это экстра уровень. Я пока что убиваю этих чуваков, потихоньку апаю, конечно, уровень за счет того, что я кого-то мочу. Но все равно, ребята, это не то, что мне нужно. Мне нужен в первую очередь экстра, экстра левел. Парни, нифига вас тут еще сколько. Блин, да вы что тут целой толпой собрались? Если бы не этот лазер, я не знаю, как бы я реально проходил. Но вы представьте вот со всеми этими чуваками в рукопашную драться, блин. Это вообще нереально бы было. Только я ничего не осматриваю. По сути, это нужно быть очень внимательным, потому что нужная нам вещь может быть спрятана вообще где угодно. Вот, например, в таких вот местах укромных, но здесь ничего нету. Значит, проходим просто дальше. Или вот там могли ее спрятать, например. Нет, здесь тоже только бабки лежат, посмотрите. Так, бабки я заберу, бабки, это хорошо, ребята. Не знаю, зачем только они, конечно же, скульптуре, но пусть будет на всякий случай. Ух ты, нифига, какую устроил засаду, блин, подумал, что сможет меня одолеть. А здесь у нас первая дверь, которая не открывается, к сожалению. И там за ней, в принципе, ничего нет, поэтому я думаю, что мне это не шибко нужно. Кто тут невидимый, эй? Это чё, блин? Вояки, что ли, с экстра уровнем моим ходят? Нифига, у них просто невидимость. Ладно, уничтожаем их всех. Вот оно, просто клад, ребята. Блин, наше сокровище. Вы понимаете, что сейчас нам просто нужно сделать один шаг вот за эту дверь, и мы с вами сразу же получим экстра левел. Давайте посмотрим. Просто заходим. Да, ребят, все. Все, уровень у нас. Давайте выйдем на улицу и где-нибудь здесь взглянем на секретный скин. На счет три. Раз, два, три. Поехали! Ну что у нас там? Ребят, я как всегда не смотрю, потому что вы первый, кто должен это просто увидеть. Открываю глаз. О, блин, это скромник! Ребята, я же только что про него говорил в ролике в начале, вроде бы. Про то, что это один из моих любимых SCP. Все, мы за него играем. Посмотрите на эту жесть. Мы сейчас с вами всех уничтожим. Парни, привет! Я знаю способности скромника, ребята. Я знаю, что это такое, блин. 999+. Вы это видите? Я только сейчас заметил 999+. Ребята, уровень. Это прям экстра-экстра левел. Мы с вами выполнили реально безумное какое-то задание, которое открыло нам очень редкий и очень жесткий скин. И посмотрите на эти способности. Вы просто смотрите, я вам сейчас покажу. Вот что может делать скромник. Просто втягивает все вся. Тачки, люди, вообще пофиг. Может вот так вот вертолеты ломать. Давайте покажу просто, как это выглядит. Блин, ГГ тебе. Блин, жесть. Я не знаю, ребят. Это, по-моему, нечто феноменальное. Лучшее, о чем можно было мечтать, когда прокачивал SCP монстров Тревора Хендерсона. Хотя нет, есть у Тревора Хендерсона в запасе один интересный монстр, которого я очень сильно люблю. Это, конечно же, Сайренхед. Блин, надо было спросить в комментариях, знаете ли вы, кто это. Да вы погадали 100%. Конечно же, ребята, Сайренхед. Но мы его с вами не открыли. Вполне возможно, что если мы поиграем еще за SCP монстров Тревора Хендерсона, будем их также прокачивать, то сможем в конце концов открыть этот скин. Вот. Если вы, ребята, этого захотите, чтобы я заснял серию с новыми SCP-шками в GTA 5 и монстрами Тревора Хендерсона. Прямо сейчас ставьте лайк под этим роликом, ребята. Я увижу ваши лайки и запишу. Давайте, если 20 тысяч лайков будет, то все, ролик сразу же выйдет с нашими SCP-шниками. И монстрами Тревора Хендерсона, конечно же. Знаете что? Не все же нам плохие поступки совершать. Давайте-ка поможем людям. Вон тут какие-то чуваки едут. Они, по всей видимости, тачку украли. У нас помечено как здание. А, это сбежавшие из тюрьмы. Серьезно, парни, вы из тюрьмы сбежали? Вы капец что делаете, чуваки. Очень-очень рисково. Я думаю, они вообще не ожидали встретить сегодня скромника, который сейчас просто их пожрет. Давай вот сюда. Берем нашу способку, которая превращает нас в такую вот лужицу. И эта лужица просто всасывает все в себя. Вы просто гляньте на это. Блин.
все, все челики просто погибли, за исключением последнего, который как раз-таки избегал из тюрьмы. Блин, способка очень сильная. Я вообще, в принципе, считаю, что вот эти способности, да, которые есть у нашего скромника, они в целом одни из самых сильных в GTA 5, вот и среди героев, да, которые вообще возможно получить именно у скромника есть такая способка. Не знаю, что там у других SCP-шников, но вот скромник, блин, вообще жесть. Хотя так-то вот мне статуя тоже понравился, если честно, у него прикольная способка с этим лазером, тоже достаточно сильная. Я не думаю, что он, конечно, такой же ловкий, как скромник. Да нет, вообще ни капли не такой же ловкий, и там далеко ему до скромника. И способность всего, по сути, одна, и прыжки эти, и больше ничего. Но вот кто вам понравился больше, вы напишите в комментариях. Будет очень интересно, ребята, посмотреть, скромник или же скульптура, да, наша. А, вот, посмотрим, какой левел нам понравился и на каком стоило бы остановиться. Хотя, да блин, ну тут такие способки, я просто думаю, что это, ребята, ГГ всему живому. Запросто всех уничтожаем. На, получи, вот так вот, когтищами здоровыми от скромника, блин. И также за скромника можно легко перемещаться, вот в такую тучку просто уходим и сваливаем от копов. Видите, все, они сразу же нас потеряли из виду. Мы с вами куда-то полетели, вообще в ангар давай залетим. Оп, все, вышли здесь, заныкались как-нибудь. И больше нас никто не видел и никак нас не отследил вообще, потому что это колоссально быстрая скорость, с которой он передвигается, ребята. Даже самолет, наверное, не догонит, я думаю. Ну что ж, в общем-то, давайте будем на этом с вами заканчивать. Вот такой вот сегодня ролик с прокачкой SCP-монстров Тревора Хендерсона получился. Я надеюсь, что он вам понравился. А если вы захотите увидеть продолжение, то давайте наберем под этим роликом 20 тысяч лайков. Как только они наберутся, я сразу же запишу следующее видео. Пишите также в комментариях, кого вы хотите, чтобы я прокачал, потому что я подбираю героев, которые хотите, конечно же, вы прокачку именно. Ну и само собой, ставьте лайки, ребята, как я уже попросил. Подписывайтесь на канал, чтобы вступить в семью призраков. И обязательно нажмите на колокольчик, чтобы смотреть все ролики самым-самым первым. Ну что ж, я и скромник желаем вам хорошей ночи, чтобы сегодня монстры к вам не приходили. И до скорых встреч. Пока-пока-пока. Пока.